Сегодня мы готовим фасоль по-гречески. Вот такая у нас беленькая фасоль. Она будет вариться у нас где-то час после того, как я ее замочила на ночь. А здесь у нас готовится поджарка. Будем мы фасоль заправлять этой поджаркой. Значит так, здесь у нас лук, морковь, чеснок. И сейчас я добавлю болгарский перец. Добавили болгарский перец. Пусть хорошенечко все обжарится. И потом мы зальем сюда томатную пасту. Фасоль накрываем крышкой. И она варится на медленном огне. Будем проверять до мягкости. Ну, приблизительно час она варится. Так, поджарка почти готова. Я наливаю такой томатный сок. Вот так. Все у нас пропарится. Убегает. Огонь слишком большой. Так, сейчас убавим. Так, вот это все пропарится у нас. И в конце, когда фасоль будет почти готова, мы эту поджарочку вылим, добавим туда к фасоли. Так, фасоль у нас варилась 50 минут. Она уже стала мягкая достаточно. Сейчас я буду выкладывать сюда поджарку. Поджарку я выложила. Сейчас немножечко прибавлю сюда огня. Еще прокипит у меня минут 15. И все, фасоль будет готова. Такая у нас получилась замечательная фасоль. Очень аппетитная. Очень вкусненькая. Потом я вам хочу сказать, если у вас есть зелень, укроп, петрушка, кинза, любая, крошите смело в эту фасоль. Она только добавит вкуса отличного. И, значит, у меня здесь немножечко вот кинзы было. Я так положила. Ну, ребята, если зелени много, украшайте. Добавляйте вкуса. В общем, все. Приятного всем аппетита. Спасибо за просмотр.